Всем привет! Сегодня утром я вот сделал мультизаезд, новая акция. Сегодня она только началась. И что я увидел, да? Вот в наградах у нас было финишировать третьим машинка Мазерати. Сейчас зашел посмотреть результат. И как мы видим, машинка исчезла. Вместо нее появился доп Нитро. То есть в награде тачки нет. Вот так вот. Так что вот такие вот приколы от разработчиков. Вы, ребят, тоже заходите у себя, смотрите. Возможно, и у вас такая же будет проблема. Я уже, конечно, в службу поддержки написал, но не уверен, что получу какой-то адекватный от них ответ. Так что смотрите, если же у вас такие проблемы, возможно, и вы будете писать. И может быть, разработчики еще поменяют свое мнение. Все, всем пока.